чуть сзади был Коротков. Поэтому Масандилов решил атаковать сам. Хотя мог катить на свободный лед. Коротков бы к шайбе успел. Момент теперь для Талпара. Это 4-2. Здесь устоял на ногах. Сохранил, точнее, шайбу. Кольцов покатил. Петренко обыграл голкипера и пустые ворота уже поражал. Данил Петренко делает счет 4-2. Получается, что и сейчас, и в этом отрезке обменялись заброшенными шайбами.